Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый инвестиционный проект, называется Next. И где мы будем зарабатывать на полном пассиве денежку. Значит, что он тут предлагает? Электронный кошелек, гарантированный доход 6,5% с автоматическим ежесекундным зачислением средств на ваш кошелек. Я, ну, очень давно не принимала участие в таких проектах. Раньше я частенько принимала, да. Вот. Значит, что он нам предлагает? Он нам дает, друзья, при регистрации 1000 рублей и под 0,15%. И я думаю, то, что можно как бы начинать зарабатывать без вложений. Ну вот, ну здесь вот это все можно прочесть как бы. И регистрация здесь наипростейшая. Значит, что вот зарегистрироваться, подарок 1000 рублей. Видим. Кликаете. Вот, проверка браузера идет у нас. Там все просто. Прописываете просто свой логин и пароль. Логин и пароль. Пароль должен быть. Вот. Видим, да, вот тут вот крестиками должна быть заглавная буква, символы. Ну, в общем, очень сложный. И не менее 10, как бы, символы вот этих букв, да, можно через соцсети, но я рекомендую лучше вот так, потому что мало ли, знаете. После чего вы попадете в кабинет, у вас появится окошко, нужно прописать 4-значный пин-код. Вы прописываете этот пин-код, кликаете «Сохранить». У вас опять появляется тут окошко. Нужно скопировать, там что-то будет для восстановления, наверное, пин-кода. Там прочтете. Вот это все сохраняете. Как бы и все. И вот кабинет. Значит, как я сказала, бонусный счет 1000 рублей. В день он дает 0,15%. Как я сказала, можно пробовать без вложений. Даст вывести хорошо, но не даст, никто ничего не потеряет. Значит, и ежедневный доход рубль 56. Я думаю, за 5 дней, да, можно набрать минималку и попробовать как бы вывести. Так, за неделю 10,89 и за месяц 46 рублей. Так, далее, что здесь? К первому пополнению плюс 5%. За регистрацию первых 25 рефералов 2500. Далее находится реферальная ссылочка. Значит, ну, подписаться в сообщество ВК дают 200 рублей к бонусному счету. В Телеграм также 200 рублей к бонусному счету. Давайте попробуем ВК. Так. Как получить? Перейдите по логотипу соцсети и вступите в наше ВК-сообщество. После чего нажмите кнопку «Я подписался». Так, кликаем ВК. Сейчас нас перебросит. Подписаться. Подписываемся. Ну вот как-то так. Здесь нет ничего. Поставим лайк. Так, возвращаемся, кликаем «Я подписался», благодарим за подписку, ля-ля-ля, тополя. После проверки модератором все зачислят. Ну и ладно.
Идет вот здесь начисление. Значит, здесь собрать прибыль. Можно реинвестировать, пополнить, вывести. Далее что? Идем в настройки, друзья. В первую очередь, что нужно сделать? Прописать ваши реквизиты. Я прописала Pair. Вы кликаете сюда. Ну, как бы, да. Вставляете, кликните. Пропишите свой реквизит. Будьте абсолютно только внимательны. Вставляете пин-код и сохраняете. При каждом как бы действии нужен вот этот четырехзначный пин-код. Так, с этим понятно. И все, я как бы все сохранила. Так, далее что? Пополнить, вывести. История. Я ничего как бы не делала. Я хочу пополнить. Я открыла Pair кошелек заранее. Значит, смотрите. Пополнение кошелька. Карты России, СБП, Азербайджан, Казахстан, Украина, ну что это, Америка, что ли? Значит, Озон даже есть. Боже мой, электронные кошельки, криптокошельки, ну вот как-то так. Я с Pair, минимальное пополнение здесь 100 рублей. Кликаю 100, сумма пополнения через Pair. Так, я, к сожалению, не смогу проверить без вложений, ну а вы же пробуйте, даст вывести, супер. Ну не даст, друзья, никто ничего, знаете, не теряет. Так, оплатить. Я вот так еще. Это новая система оплаты. Сейчас посмотрим. Угу, перебросила 100 рублей. Вроде как комиссии нет. Ну. Рубли. Подтвердить. Так, что тут оплатить? Счет. Все делаю в режиме онлайн. Видим. Так, подтвердить. Окей. И сейчас должно перебросить обратно в этот Next кошелек. Так, выполнение. Оплата прошла успешно. В аккаунт. И что у меня? 1200. Это, наверное, бонус. И что у меня здесь значит? Ага. И мой дневной доход, смотрите. 5%, видишь, галочка стоит. Под 5%, значит, что здесь? Мой дневной доход 8,70, недельный 60 и месячный 260 рублей. И моя процентная ставка стала, видим, 6,5%. Вот так. Все прекрасно. Вот мне засчитали еще бонус. Ну, в Телеграм я обязательно сделаю. Не хочу сейчас открывать Телеграм, пока пишу видео, чтобы он там не пиликал, не мешал мне. Вот. Ну и все, в принципе. Так, это пополнить я вам показала. Теперь... вкладочка «Вывести». Также вывод средств на Pair. Здесь, друзья, от 5 минимум 5 рублей. Закрываем вкладочку. Perfect Money, Advanced Cash, ePayCore, YouMoney. Далее идут криптокошельки. Вот на криптокошельки, значит, Tron у нас минимум 100 рублей. USDT 1000 рублей. Так, закрываем тон.
Также 1000 рублей. Ну, самое оптимальное, естественно, это Pair кошелек. 5 рублей. Как бы минималка на вывод. А на Юмани сколько у нас? 50 рублей. Вот как-то так. Видим, да? Так, история еще. Я хочу посмотреть историю, естественно. Значит, приветственный бонус 1000 рублей. Подписка ВК 200 рублей мне начислили. Инвестиции кликаем. Видим, 100 рублей выполнено, да? Выплат у меня нет, реинвестов нет. Ну и все как-то так. Значит, ну и выход. Настройки я вам показала, партнеры. Как бы тоже находится реферальная ссылочка. Кликаем. Ссылка скопирована, видим. Вот. Что еще здесь? По историю показала, вывод. Я вам показала. По выводу будет отдельное видео, естественно. Пополнить я вам показала. Но работать абсолютно без вложений. Как я уже сказала, это инвестиция. Все, что связано с инвестициями в интернете, друзья, не забывайте, это всегда риск. Я рискую своими деньгами, а вы же думаете сами. Как говорится, это дело хозяйское. Как он будет работать, как он покажет себя, это все, естественно, зависит от администрации проекта. Ну и язык здесь можно как бы русский, английский. Также это все. Ну, в принципе, и на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.